Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И вы, наверное, по началу моего видео догадались, какой сегодня будет туториал. Ну что, посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Like или TikTok, где мы снимем наши видео, или обычная камера, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Обязательно поставим телефон на штатив, чтобы у нас не двигался. Зайдем в камеру и снимем видео, что мы бросаем кофты или другую одежду с разных сторон. Я бросала две кофты по краям и одну кепку посередине. Главное, после того, как вы бросили эту вещь, чтобы она не сдвигалась. Так сделаем с каждой вещью. Дальше мы подходим на то место, куда мы бросили вещь. Одеваем эту вещь и становимся на то место, там, где лежала эта вещь. Подпрыгиваем и делаем движения, те, которые вам нравятся. Так сделаем с каждой вещью. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем наше видео, которое мы сняли. Вот оно, и сейчас мы будем делать первую часть. Нажимаем на галочку. Ищем те части видео, там, где я бросаю кепку и кофты, и разрезаю. Конец делаю тогда, когда кепка уже начинает приземляться, или кофта. И вот где-то здесь разрежем и удалим ненужную часть. Вот у меня получились вот три вот таких вот маленьких кусочка. Теперь выделяю среднюю часть, нажимаю на три точечки и дублировать как слой. Также делаю с другим кусочком. После того, как я продублировала наше видео как слой, удаляю это видео, а слой оставляю. И теперь я все подстраиваю, увеличиваю и подставляю. Увеличим наше видео до нужного размера. Другое тоже, вернее, другой слой. Теперь нажмем обрезка и обрежем наше видео. Ту часть там, где я стою. Если вы не понимаете, где у нас что стоит, можно сдвинуть наше видео и посмотреть, где какой кусочек. А потом нажимаем обрезка и подстраиваем.
Теперь подстраиваем так, чтобы эти кусочки были одинаковыми и падали тоже почти одинаково наши вещи. А если видно переход, нажимаем на обрезка, включаем маску и поднимаем размытие кромки. Я подняла полностью. И делаю так с каждым кусочком, если видно край. А также, если видно переход, нажимаем на настройка и поднимаем яркость. И делаем яркое наше видео с каждым кусочком. И подстраиваем, если видно переход. Мы забыли сделать еще одну маску и делаем с другим кусочком тоже маску. И, конечно же, размытие кромки. Я решила сначала настроить цвет, а потом уже размытие кромки. Вот и все, я подстроила, мне нравится этот кусочек. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Все, оно экспортировалось, выходим. И теперь делаем другой кусочек. Нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все. Добавляем наш кусочек и наше видео. А теперь находим те места, там, где мы прыгаем, и разрезаем. Поднимем яркость, чтобы видео было ярким, а не серым, и было лучше работать. И монтируем так же само, как мы делали первый кусочек. Нажимаем на три точечки и дублируем как слой, удаляем видео, а слой оставляем. И тоже нажимаем обрезка и делаем все как с прошлым маленьким кусочком. Делаем почти все так же само, как мы делали с кофтами. Тоже добавляем маску и делаем так, чтобы не было видно краев. Я специально подвинула наши слои вперед, так чтобы мы появлялись сразу, когда падали кофты, так чтобы было прикольней. Теперь нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео экспортировалось. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео, а когда снимете, пишите хэштег «Снежаны Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну! Всех люблю! Пока!